Упс. Упс. Забавно, забавно, короче, забавно. Допустим. Проверим. Дороженек, да я тестирую чисто. Аппаратно кодирую, поэтому просто потестировать. Как дела твои? Настойка моя готова, да. Все, никак я не забрал. Отпуск почти прошел, а я никак не забрал настойку. Перезапустимся. Покупай, Женек, покупай игру. 1000 рублей. Рублей. Сущие копейки. Сущие копейки. Надо брать. Да что ж такое? Поворачивается. Надеюсь, я начну рядом на миссии. Мне скажут все-таки бежать до туда снова. Ром, ты тут? Если отбить вьюпоинт у сынов, им станет намного труднее координировать усилия и капать людям на мозги. Все входящие и исходящие сообщения контролируются из студии на верхнем этаже. Ее нужно найти и захватить. Блин, тут даже негде светлячка применить. Ладно, короче, просто напугаем их, да? Прищучим ее! Перемещаемся, не стоим на месте! Черт! Бойца потеряли! Слишком близко! Бончик, когда ты? Когда мы с тобой побегаем уже в дивизию вместе? Денег нет, но вы держитесь. Фига себе. Он оседлал ступеньки. Принял.
Если мы миссию пройдем, пойдем на основного персонажа, там будем проходить четвертый этап. Четвертый глобальный этап. Там серьезные противники такие уже. Так, а что, не сюда? Не сюда? Блин, какие-то тени странные, какие-то очень рифленые. А нельзя получше тени сделать? Контактные тени, может быть, все низко. Я не подтвердил, да? Блин, ну да, никто. Ну ладно, игру перезапускать пока не будем. Здесь обнаружено мобильное электронное устройство. А что ты отрубил? А мы можешь посмотреть через Twitch или YouTube. Ой, ага, я там врубил. Ты чего? Ничего, в туалете. Ага, ну это дело полезно. Блин. Ай. Больно. Просто больно. Осколочная. Сука, осколочная. Прикрывай, я перезаряжу. Да. Очень сложно этим персонажем играть, немало. Ничего нету. Модификации на пушке, ничего. Мощный электромагнитный заряд. Эми. Ух. Серёг, ты сегодня работаешь в выходной? Сгори. Слишком жарко.
life. Пусто! Я разберусь! Что они нам устроили? У тебя уже что-то есть. А, Серёга зашел. Это... Вылезай! Разберёмся! Сын, как раз качество картинки я... Я не вижу цель! А эти и там, и там. Ну да. Может, я себя слышу, что ли? Может, где-нибудь выключить. Ты можешь? Назад! Вот! А, ну в Дискорде давай, выключу. Так, по идее, должно быть нормально. Гранат нет. У меня тебя здесь небольшая задержка, наверное. Да, задержка будет по-любому. Ой, я себя слышу. Так странно. У нас опять потери! Блин, купишь. Вот так. Уже лучше. Каковы его шансы? Полковник Риджвей. Каковы его шансы? Как качество стримчанского? Я запустил не через видяху, а через проц. Ну, то есть, аппаратный кодек X264. Просто сравнить, я им ни разу не пользовался. Запустил. Просто заметил, что у меня процессор в играх не загружен больше, чем на 30% никогда. Слабое место моего компа это видео. Нормально, да? Ну, хорошо. Сейчас будет замес жесткий. О, прикольные скульптуры. Графон только простенький. У графони, кстати, высокий стоит в настройках. Патронов на них жалко. Умри! Патронов на них жалко. Ну давай в рукопашку. А я с патронами. Нахер тебя! На этом уровне до сих пор падают серые шмотки. Я угораю. Ты как что ты? Не захизничаешь? Черт! Тебе надо найти какого-нибудь чувака, который тебе не только прическу сменит, но и пол. Вот, меня окружает что? Что? Почему звуки вокруг? Ауч! Не-не-не, я хочу жить. Вот я тобой и займу! Состояние критическое. Я успел, сука. Офигеть, я повезло. Я успел. Сейчас я тебя прикрою! Она готова? Ладно, хрен с тобой, уговорил, куплю. Действительно, хули. Хули поделать. Надо собрать. А за 999.50 чего не взять? Попробую еще скидку какую-нибудь применить. У тебя там есть 100...
количество этих хип-плей-поинтов. Выбьем спецуру из города! А я не знаю, где это делать. Я сейчас вот попробовал. Я не нашел там места, где можно промахнуться. Блин, там по идее... Серёг, как там ввести промокод, расскажи. По идее, на этапе, когда у тебя в корзину она добавлена, вставляется тебе счет типа на оплату, там должен быть раздел с промокодом. Но я точно видел, когда у себя плачу. Так, сейчас да. Два пальца. Ты 799. Гранты спецотряду. Блин, охренеть, вы еще. Вам еще дешевле, чем еще мне. Промокод получить. Ну вот это и есть промокод, когда по 100 Uplay поинтов переводишь в промокод, как раз там сколько, 20% скидки. Уху, ёпта. Ух ты, сука! Перепрыгни! Серьезное ранение. Она не перепрыгнула. Ну да, она бы разбилась. Хотя... Не, в натуре, почему она не, не прыгнула? Не прыгай, да. Ладно. Второй раз чуть не сдох. Так, где мой дрон? Пас. Серег, если тебе нужно занять, ты скажи. Я тебе займу проблему до 10. Ребята пришли на прослушку. Видимо, это Уэйд. Жаль, что он ушел, но он не основная твоя цель. Иди к студии и сделай так, чтобы больше они в эфир не вышли. Блин, а у меня не хватает это. У меня баланс только 70. Мне 30 не хватает. А, понятно. А у меня баланс 50 вообще, поэтому мне так и так бы не получилось. А попробуй... Я беру кто? Попробуй набрать в гугле. Несмотря на лишение, у вас получилось создать ощущение... Типа промокода Uplay. Хвалю. Я вчера нашел. Дом — это отражение характера. Там много промокодов, но их нужно пробовать. Говорит мне. Нет, сэр, что вы человек аккуратный и прилежный. Бегу к врагу! И без сомнения ответственный. Наверное, приятно жить. К нашему сожалению, защита таких вот поселений требует сил и средств. Но зато вы все здесь живы и здоровы. Ублюдок! Перед тем, как заглянуть к вам, мы были у вашего соседа. Но он совсем не был признан. А то и на подавление! Я не люблю эти разговоры в телефоне. Так, здесь! Фига меня обошли. Здравствуйте, ёпта. Хрена себе, а вы откуда взялись? Идите в очко. Да прыгни. Бля, тупая женщина, прыгни. Просто пипец, они появляются из очка. Два агента. Да сдавайся уже. Чёрт. Его убили! Найди там контрольный модуль.
Если его перезапустить, это отрежет истинных сынов от связи, и мы сможем перехватить эти каналы. Так, ну если я это сделаю, они же попрут, честно говоря, да? Будь рядом с модулем. Охрененно. Хорошо. Кстати, сейчас можем найти промокод. Бежим, не надо. Сейчас попробуем. Задание закончится. С историей поковыряюсь, с чем сохранился. Вчера случайно наткнулся на этот промокод. Ёпта. Я к ним, а не ко мне. Вылезай! Разберёмся! Ауч! Да неужели я, сука, сдохну? Неужели? У меня нету аптек. Просто пипец. Есть аптека? Чувак не шарит, где я нахожусь. Пипец. Даже граната не снесла ему броню полностью. А мой дрон, походу, заглючил, не атаковал по времени. Отлично, теперь мы в сети, а истинной цены нет. Замечены колебания в энергосистеме. Средства связи отключены. Что за черт? Так, ребят, сейчас все сделаем. Закончится задание и... Это Уэйт. Он пытается отключить мачту. Без нее никто не сможет вещать из вьюпоинта. Агент, беги на крышу. Не дай ему вырубить радиомачту. Hello, freak bitches. Мощный электромагнитный заряд. Уэйт перегружает радиомачту эми-глушилками. Отключи их, пока мачта еще работает. Система урезана. Так, все, я без дронов, да? Глушилка не даст тебе использовать технику спецотряда. Уничтожь ее. Целостность составляет 75%. Агент, останови Уэйда. Нам нужна эта мачта. Блин, здесь будет потно. Блин, где она там? За ширмой. Я их не вижу! Конец тебе! О, у меня не стреляйте! Че? У них там friendly fire, что ли? Что, нравится? Где она? С фланга заходит! Ауч. Целостность составляет 50%. Ты откуда вообще? Сука! Состояние критическое. Граната! На нахуй. Не успел. Цель вне укрытия. О!
Как мало, блин, патрон. Пора переместиться. Пора умереть, ребята. Целостность составляет 25%. Так, где эта херь? Еще удар, и мачта не выдержит. Да, блин, я не вижу ее. В натуре. Это внизу, что ли? Электромагнитный заряд истощен. Суку! Еще один? Открываю тебя! Да блин, идите вы в очко. Давайся! Не, по идее, все. Меня прижимают! Одного из наших убило! На тебе! Блин, со всех сторон. Некому очко прикрыть. Чуть не сдох, просто на донышке. Уже столько раз, блин, просто был на грани фейла. Ух ты, тут желтый ублюдок. Блин, одному без дрона играть вообще нереально. Он очень выручает. Так, все, босса завалили. Бич. Конец. Цены лишились своего рупора. У-ху. Больше не будут полоскать мозги людям. Как отремонтируем радиомачту, сможем расширить охват вещания. Хочешь прокачать навыки? Зайди ко мне. Оружие к бою. Медикаменты доставить в клинику. Продукты в кладовую при пищеблоке. Грузите ящики обратно. Стоп. Что? Мы не будем попусту тратить припасы. Давай, рядовой. Есть. Что вы творите, полковник? Все равно они не жильцы, доктор. Вы что, спятили? Им нужна помощь. А как же персонал? Сопутствующий ущерб. Так, отпустите моего бойца. Я такого не допущу. Я пожалуюсь. Вы что? Почему нельзя было просто сразу подойти и так сделать? Ну, я почему все эти пафосные разговоры тогда? Разберитесь. Или он это сделал только после того, как она сказала, что будет жаловаться кому-то? Мне кажется, ему пофигу вообще, будет кто-то кому-то жаловаться или нет. Так, короче, нам нужно как-то выйти отсюда, да, судя по всему? Быстро перечиним. Так. Так, Серёжа, Серёжа. Сейчас всё будет. Клубы, общества и курсы теперь открытые для нерезидентов. Подробную информацию можно получить на ресепшене. Reception. Mm-hmm.
пожарной безопасности, все гости должны регистрироваться на ресепшене. Спасибо за понимание. Спуску, агент. Если увижу врагов. Какая женщина влезла в кадр. Все ушла. Ты не видел, да? Ну да, я видел. Но я не видел, когда ты сказал уже, обратил на него внимание. Так. Не, она такая прям сзади тебя подходит, мне все лицо в экран. А. В экран. Понятно. Короче, Гонч, я тебе скинул. Посмотрел такая, типа, знаешь. Ой, а вы тут снимаете? Ну ладно, я пойду дальше. Да, ВТБ, конечно. Добро пожаловать на операционную базу. Зарегистрируйтесь на ресепшене. Скатился. Говорят, там этот кэшбэк заберут. Я не понимаю. Не знаю, я что-то так и не нашел. Везде только что-то гайды по этим вот. Купить за сотку. Гайд, как купить за сотку? Ничего себе, даже такое есть. Ну, за сотку этих очков. А. Мы надеемся на тебя. Такс. Клуба общества и культуры открыты для нерезидентов. Сейчас я гляну историю браузера. Ром, я тебе сейчас проверю в этой ссылке. Может быть, что-нибудь работает. Ты думаешь, их не забрали? Может быть, их забрали, да. Да, лагает, потому что я свернулся, сейчас свернусь.
Сейчас попробуем. Да, чекни. Ребят, вернусь сейчас, продолжим. Сейчас все будет, короче. Мы делаем, там мы чилим просто. Просто чилим. Агент запрашивает помощь. Музычку, чтобы было бы повеселее немножечко. По игре поинтересоваться можешь, попробовать. Чем смогу, тем помогу. У меня, правда, не особо много часов наиграно. Но... Агент, благодаря тебе мы произвели на операционной базе... С того, что знаю, подскажу. Восстановлен доступ к городской системе видеонаблюдения и обновлены карты в командном пункте. Какие умения качать? На кухне теперь есть все необходимое. Люди могут отдохнуть, поесть вот в комфортной обстановке. От того, как ты играешь. Это укрепило боевую... Я, например, часто играю один, поэтому меня очень сильно спасает турель. Из этого останется здесь в качестве резерва. Излишки обычная турель и... Надо же, у нас появились излишки. И атакующий дрон. Белый дом снова оживает. Они так очень сильно держать. Помогают, реально, когда играешь один и... Проходишь сложные задания, они прям выручают. Они на себя отвлекают противника, и ты можешь подобраться, занять более выгодные позиции, отстреляться и так далее. Вот. Если ты играешь с друзьями, тут уже нужно смотреть, как бы, кажется, что используют твои друзья. Что выберешь? Мой второй персонаж, и здесь я экспериментирую. Попробовал побегать с светлячком. По мне так полная херь, хотя на хай-энд контенте, возможно, будет помогать, потому что там много противников со спецспособностями, светлячок будет ломать им броню и, в общем, вводить из строя инженеров всяких и так далее. Вот. Что касается щита, ну вот Роман бегает с щитом, он у нас милишник, с дробашом и щитом он всегда у нас принимает удар в первых рядах, в авангарде. Поэтому щит для него основная способность. Вот. Установка мне еще понравилась. Я вначале с ней бегал на другом персонаже. Здесь очень клевые есть штуки. Например, газовая... Не это. По-моему. И это. Вот это очень хорошо в PvP зайдет. В PvP заходят все контролирующие навыки очень хорошо. Вот это классно. Поджигатель очень мне нравится. Прям в толпу фигашишь. А если модули повесить на увеличение радиуса, вообще ништяк. Просто начинается битва, и тут Иракс, и все горят. Вот, классная штука. Вот, опять же, здесь же есть класс хила. Если промокоды ты... не робят. Ни один не помог промокод, да? В смысле, они не активны, или они не суммируются с этой скидкой? Ну, я не знаю, мне пишут, что я не могу добавить в данный момент. Странно. Ну, короче, бери за кусок тогда. Что поделать. Так, импульс и улей стоит ли качать? Ну, смотря какой улей, опять же, и смотря какой импульс. Импульс, если дебафает противника, то может быть... Хорошая штука. Обычный импульс, который просто обнаруживает противника, он вообще useless, он нафиг не нужен. То есть, мне кажется, просто перед началом боя можно самому отметить всех противников, если уж это принципиально для тебя, и все. Вот. Что касается улья... Ну, улей хороший тот, который регенит, да, ну, лечит.
Ну, в этом плане, по мне, лучше все равно дрон, который восстанавливает броню. На самом деле, все во многом зависит от твоего геймплея, от того, как ты играешь. Игра дает возможность попробовать все навыки. Просто поменяй их, посмотри, с какими тебе комфортнее играется. Так. Да ладно, беру, короче, кусок. Ну, я думаю, не стоит расстраиваться, я тоже за кусок взял, так-то нормально, чё. Хотелось бы, конечно, побольше скидос, но, видишь, были бы эти Uplay Point, было бы, знаешь, интереснее. Так, короче, я уже устал бегать без модификаций. Значит, надо что-нибудь открыть. Слышу этот звук. Денюшка улетела. Купил за 1000 игру. Ну вот мы все купили за 1000 игру. 1000 рублей сейчас такая. Да. Дело в том, что мы начали играть вообще в эту игру только, ну. Я играл в нее на бетке, Рома тоже на бетке играл. Как бы попробовали, но попробовали. Ну, бетка есть бетка, там много контента не попробуешь особо. Сейчас Роман предложил вот в начале месяца, короче, побегать с подпиской халявной, которая давалась на месте. Вот, мы побегали, немножко посмотрели на игру. Сейчас как бы, ну вот, я вчера решил все-таки за 1000 рублей взять. Вот, стоит ли брать... Season Pass за почти 2 куска. Ну, не знаю. Ну, не знаю. У меня отняли плюшки Season Pass, которые я открыл с подписки, там, всякие на рюкзаки хлам. Ну, короче, висюльки вот эти вот. Приколюхи. Ну, мне кажется, они нафиг не нужны, вот эти вот все миссии. Они, конечно, прикольные. Они красивые, там можно побегать, посмотреть на них. Вот эти секретные миссии фиолетовые. Но если честно, профита от них особого я не увидел. Можно нафармить себе шмоток и без этих миссий, на самом деле. Вот. Ну, если уж взял Season Pass, поздравляю, что это крутая вещь. У меня, к сожалению, нет. Я в печали. Да, жаба душит. Ну, блин, да, дорого. Ну, с Season Pass'ом, конечно, попроще. Будет в плане того, что контента больше. И... Мой принцип — низкие цены, большой выбор. Из-за прохождения этих миссий, соответственно, будет больше... Привет! Моток падать всяких. Надеюсь, в следующий раз что-нибудь появится. Ну, там что-то я вот сейчас почитал новости, что-то немножко изменили... Интерфейс, по-моему, плюшку всякие добавили, ну, в общем, по мелочи. Mm. Ну и карта, наверное, новая, я фиг его знаю. Наконец-то можно повесить модификации. Ты сегодня как вообще? Долго будешь? Я вообще не ограничен во времени.
собственно, я ливаю с этого персонажа. Давай тогда я сейчас поработаю до, не знаю, до ночи, наверное. Давай, давай, трудись, доделывай, тебе же там этот, как это называется, горит, все горит, да? Работа горит, работа кипит. Дедлайн. Дедлайны, да, всякие. Надо. Доделывай, доделывай, да. А я сейчас переключусь на основного перса и попробую закрыть четвертый уровень. Чапостный перим. Что у нас здесь происходит? Честно, я даже не помню, что у нас здесь происходит. И я знаю, что у меня есть проблема с навыками. Почему-то здесь у меня они не прокачанными оказались каким-то образом. Ну, странно. Ну ладно, сейчас побегаем, я думаю. Откачаем. Уверена, что доживу до старости. Ну, в принципе, сейчас покажу геймплей, как я играю в одиночку теми навыками, которые рассказал. Так, у нас 353. В принципе, уже достаточно, чтобы, наверное, сходить, закрыть основные задания. Вот. Одно из двух. Надо выбрать, куда пойдем. Так, стадион District Union. Не, короче, по-любому стадион надо идти. Понятно. Так. Есть смысл пешком идти? Ну, на контрольную точку разве что забежать. Рядом союзная контрольная точка. Ресурсы рядом. Навешал-то на себя сколько всего. Да охренеть просто, одни снайперки. Дрон, снайперки, там какие-то магазины. Куча всякого барахла, да. Это почти Death Stranding. Весит килограмм 30, наверное. Игру надо было перезагрузить, у меня что-то с тенями здесь какие-то тени корявые, либо они всегда такие. Я просто не замечал. Ну, по-моему, должны быть почетче. Здорово.
Ну, обычно, короче, все это происходит так. Раз уже свои. Не нравится мне это все. Долго не протянет. Тяжело бронированный противник. Я же не могу стрелять. Вывожу цель из строя. Не подходи, убью на меня, поймали. Ставлю турель. Да, калаш я на него поставил, ну, то есть перекалибровал. У меня была пушка с одним интересным свойством. Он первую половину магазина выстреливает очень быстро, но с меньшим уроном, а вторую половину магазина медленно, но с большим уроном. Поэтому у него разная скорострельность постоянно. Очень забавно. Выглядит. Давай, давай, давай. Контрольная точка захвачена. Отлично. И где у вас тут склад? Вижу дополнительные вражеские цели. Нужна перезарядка. Вперед, я прикрою. Хрена тут народу. Не снайперская погода. Ни хрена не видно. Тяжело бронированный противник. Во сколько? Блин, и сам от своей же гранаты ослеп, охереть. Отличное место для турели. Места нет, оказывается. Шмотошник. Не говори. Потеряли бойца. Склад. Поговори со мной, ну. А мне, в принципе, нечего дожидать ему практически. Да, дождь идет, воды много у них. Понятно, еды не хватает. Зашибись!
Блин, выглядит красиво, но сет мне не нравится. Сет говно. Блин, я из этого дождя слышу музыку. Так, короче, по фасту через поселение. Жизнь тут, конечно, суровая, но мы не дикари и умеем ценить искусство. Спасибо за картины. Чё там? Где там? Тихонечку. Сейчас будем проходить рядом контрольная точка, четвертый против. Глобальный этап. Ну, по сути, нам осталось две миссии пройти. Вот, но между ними еще как бы надо много шмоток собрать. Катя, там как делается? Ты проходишь миссии, потом следующий этап идет. Такие же миссии, как следующий. Не, миссии все разные. Мы их проходили. Черт! Мы проходили эти миссии. Ни черта не вижу! Просто доступ к этим миссиям тебе открывают, когда ты соберешь. Миссии все разные, но мы их проходили. Они все одни и те же, короче. То есть мы же. Ну вот. Мы же проходили вот. Стадион District Union. Потом, после него, мне нужно будет пойти вот сюда. Tidal Basin мы проходили. Вот этот остров Рузвельта мы проходили. То есть все те же самые миссии, просто теперь они немножко как бы по-другому реализованы. Вот я и думаю, что типа контент в этой игре заканчивается на этих миссиях. Или все-таки после пятого глобального что-то будет. Ну, мне нравится, что после получения пятого глобального хотя бы можно будет завалиться в темную зону. Вполне себе таким уже более-менее дамажащим персонажем. Давать люлей местным ПГ. Кто кого? Кто на кого ставит? Они все попрятались, да? Так, так, этот обходит его. О, у них еще здесь собака есть. Так, ну и. Подожди, заряжай! Замечен особо опасный вражеский патруль. Так, все, все-таки завалили типа бронированного. Ну, один был.
Этих бивней здесь целая куча. Нейтрализуем противника! Угу. О, собака в гости пришла ко мне. Класс. Гражданские в опасности. Самое печальное, что я сейчас пройду в это задание, и весь мой шмот и оружие, которое у меня есть, станут абсолютно бесполезны. А ведь я их так долго собирал. Где здесь вход? Найдешь еще что-нибудь. Даже цели не выделяются. Не, ну мне не сюда. Мне вот сюда куда-то. Я заблудился. Почему недоступно? Да ладно. В натуре. Написано 354. Надо сюда смотреть. Короче, когда выделяешь задание, нужно смотреть именно на требования к заданию. Короче, мне сюда еще нельзя зайти. 375. Охренеть. Мне нужно фармить шмотки, короче. Гражданские в беде. Обнаружен особо опасный вражеский патруль. Ты, они все желтые, охереть. Вот почему особо опасно, я понял. Да иди ты нахрен. Как ненавижу вот этих милишников. Орущих. Дрон. Дрон, где ты? Класс. Дрон такой, нахуй я съемал. Да, да, да. О, наконец-то распогодилось. Почти. Гражданские в опасности. Короче, надо фармить шмотки. Окей, тогда буду бегать по контрольным точкам. С выручим гражданских попробуем. Блин, там все серьезно у них. Я ослеп. Сработал по цели. Не знаю, мне кажется, самый вот крутой шмот, который чел, он шел из ящика, который вот, типа как спецмене, как всегда. Угу, ну, да. Блин, псины эти дурацкие. То есть они вообще валяются просто. Блин. Что за нахер? Свои были. Отстань от меня. Выходи! Я тебя не трону!
уходят с фарм. Бум, черт! Приближается противник. Слыхал новости? Red Dead Redemption выходит на ПК. О, да. Ну, в Steam она появится только в декабре. Если честно, даже не надеюсь. Блин, ну, не знаю, Red Dead Redemption, не знаю. Ради мультиплеера можно, конечно, ее купить, но опять же, сколько он проживет, судя по тому, как быстро загнулся мультик на PC у GTA 5. Перспективы не очень. Так, одиночку пройти, конечно, можно. Для этого не обязательно покупать игру. Ресурсы рядом. Не, ну так очень странно разговаривать. Себя слышит? Я могу сейчас, знаешь, что замутить? Нет, перехвачена трансляция врага. Секунд затишь. А, через задержку? Я сейчас сделаю немножко иначе. Просто я начинаю говорить, и когда ты молчишь, а на самом деле ты в это время говорил. Ну, я понял, я тебя все время перебиваю. Сейчас попробуем исправить эту особенность. За собакой гонится. Радиоуправляемая машинка гонится за собакой. Фейерверк. Нашу честь. Ух ты. ПП. ПП я не люблю. Состояние критическое. А если бы так легко было вытащить плиту? Блин, достали эти машинки? Агент запрашивает помощь.
захвачена. Прекрасно. Подкрепление на подходе. Так. Вижу дополнительные вражеские цели. Тяжело бронированный противник. Перехвачен радиосигнал врага. Ты догадалась, что я здесь стою, интересно? Выявлено серьезное ранение. Да, слезь ты в натуре, блин. Ну как? Нет. Какого хрена он не спрыгивал? Иногда бесит. Бывает такое, у меня много раз такое было. Просто чуть не сломал пробел нажимать. Печально. Печально то, что нам до сюда чесать до хера. Так, сейчас я попробую дискордочку. Другое ухо. Так что через минутку вернусь. Короче, воткнул другие уши. Порт. Хотя, блин, не знаю. Что это даст? Я тебя буду слышать просто через оригинал. Обнаружена вражеская контрольная точка. Задержка-то все равно будет. Короче, я лоханулся. Очень жестко лоханулся на этой контрольной точке. И сдох вообще. Здесь аж охренеть до туда идти. Просто охренеть. Там, кстати, союзные силы уже подтянулись. Либо пораньше. Гражданские в беде. Да, обидно. Обнаружена питьевая вода. Ты их сам просто зовешь очень. Слишком рано. Их раньше можно звать. А, в смысле, наоборот, поздно зову. Их можно вызывать еще до начала перестрелки. Когда входишь в зону. Так и пришла. Блин, милишники эти, как они меня бесят. Еще и орут постоянно, как умалишенные. Иди нахрен. Иди нахрен.
Нравится? Так, дрон, давай, фас. Я что-то заслышал. Когда не подходил. Ауч. Чьяна, та турель. Признавайся, выходи. Твоя? Блядина. Куда бить ее уже, ну? О, это... Хороший пес. Кажется, дрон надо было сделать звук дрона самого потише, потому что он долго летает у тебя над духом, жужжание раздражает. Особенно если это дрон, который восстанавливает броню, и он постоянно на тебе висит. Вообще жесть. Но это не сравнится с тем, что в скваде, когда стабилизация включается. Да, в скваде стабилизация. Кстати, с ней что-то реально поменяли. То есть раньше она не постоянно вот так жужжала. Она жужжит, то есть она жужжала, когда ты сам мышкой двигал. Да, да. Теперь она жужжит, когда она работает. Ну, сейчас она, скажем так, по звуку, наверное, работает правильнее, потому что стабилизация работает в любом, ну, в любом случае, если ты двигаешь корпус. Да-да-да. Вот. Но, конечно, раздражает дико. И, кстати, в 16-й версии я вчера... Вчера, я уж не помню, короче, когда играл. Там отключили наконец-то бег. Ну, в смысле, инерцию. Рядом замечена позиция под охраной противника. Рядом вражеский блокпост. Слушай, а мне понравилось стримить через Discords. Не лагает, так приятненько. Ну, я надеюсь, на стриме тоже ничего не лагает. Нормально все. Обнаружены ресурсы. Единственная проблема, ну вот раньше замечал на стримах, гражданские в опасности. Сыпалась немножко картинка, то есть при резких движениях появлялись такие квадраты, короче, противные. Икс. У нас еще какие-то. Моим жаром. Так, поставим сразу турель, ставим сразу гранату и готов убивать. И дрон. Приближается противник. Да, это короче как в этом сериале.
Generation Kill. Короче, стоят такие заложники, и ты там гранату им кидаешь прям в толпу. Только здесь они не умирают. Серьезно, что? Иногда логи бывают. Иногда, ну, логи могут быть чисто. А у нас нет времени стоять у каждой деревушки и смотреть. Давай ее просто разнесем нахер. Да, да. Мы проверили, в этой деревне нет типа мужчин и какой-то враждебной активности. И тут, короче, спустя 5 секунд... Гражданские в беде. Прилетает нахер мина. Рядом обнаружена контрольная точка союзников. Разносящая все. Ну, жесткая херь, конечно, жесткая. Так, ребят, сейчас так. Шо, чекну настроечки. Да, я, Серёг, я понял, что ты про лаги говоришь. Я-то тебя понял. Ну, в целом. Пропущенных кадров нет вообще. FPS 60. Ну, судя по отчету, статистике, все хорошо должно быть. Единственные лаги, которые могут быть, возможно, связаны с стриминговой платформой. Здорово! Я, между прочим... Ой, что это? Да, у меня просто звук, наверное, в десятку сейчас слышно. Да. Да, я просто стримлю, так что... Если кто и наведет в городе порядок, то это спецотряд. Вот. Я замьюченный, поэтому сижу в десятке. Гимер. Чего, кого? Девишку стримишь? Да. Ну, я подумал, почему бы нет? Роман говорит, включи стрим. Он работает, как бы. Ему нужно, чтобы был какой-то фон. Понял. Через Discord стрим такой себе оказался. По качеству, поэтому я включил OBS. Да. Вот, так что... Прошу. Ну что, как тебе Destiny? Гости. Destiny мне не понравилось. Почему? Почему мне не понравилось Destiny? Ты мне не поиграл, наверное, ни хрена так. Ну, я так чисто пощупал, посмотрел. Во-первых, меня напрягло сразу то, что отсутствует открытый мир. В смысле, присутствует? Там есть только локации, между которыми ты типа перемещаешься через меню навигации, и вот как бы это. Как в ТСО. Ну, блин. В ТСО, ты знаешь, ты бежишь, короче, по локации и упираешься в ее край, да, допустим, и тебя загрузкой отправляют в другую локацию. Здесь такого нет. Здесь по-любому ты открываешь меню навигации, тыкаешь там на какую-то. Ну, да. То есть все равно. Потому что это разные планеты. Да, ну. Может быть, из-за того, что разные планеты, да, ну, да, наверное. Ну, короче, стабилизация, в принципе, это... А сама загрузка как тебе? Вот, касаемо графония, ну, графония такой приятный.
но что-то, ну, не в моем вкусе, вот. Сеттинг, короче, не то. Чё-то, ну, не мое. В общем, и это такая эпилептическая игра, я, так, не знаю, от такого меня тошнит, если чё. Когда все вот это сверкает, искрится, типа, знаешь. Как в ТСО, да? Ну, нет, в ТСО не настолько. Ты бы поспорил. Да, я понял. Я понял, что это неубедительно. Нет, просто в ТСО, понимаешь, это типа вид из третьего лица, и ты используешь какие-то способности там и так далее. А здесь ты все-таки в футан играешь больше. Поэтому футан в таком, в такой динамике для меня, ну, не очень кайфово. Вот. Я нисколько не говорю, что игра плохая, нет, она клевая. Над ней, видимо, старались разработчики, все это делали, проработанный красивый мир. Но, не знаю, мне почему-то не зашло. То есть я зашел на локацию. Ага, понятно. А, куда бы пойти? Пойду-ка вот сюда. Тыкаю сюда. Там кораблик куда-то мой летит. Вот я прилетел. Выхожу. Там какое-то футбольное поле, побегал, мячик потыкал. Ворота какие-то, в эти ворота захожу. Мне говорят, вернитесь обратно, или вы сдохнете. Блин, черт побери, что за херня. Ну ладно, хорошо. Меня принудили сходить в какой-то данж. Окей, сходил в какой-то данж. С ребятами там побегали, что-то постреляли. Это было в таком супер сумасшедшем, быстром каком-то экшене. Ну блин, не знаю. Это не мое. Это все из-за сквада. Рядом союзная контрольная точка. Я не люблю игры с такой динамикой, честно. Мне не нравится. Но она быстрая очень. Она очень быстрая, да, это, блин, не знаю, контра, грубо говоря, только. Другой обертки. Я думаю, тебе нужно сходить в рейд. Осталось найти 4 долбоебов еще. Время убивать. Сколько там всего человек в рейде? 6. А, понятно. Некоторые в 2 его закрывают. Да отстань от меня. Отстань, женщина. Я не танцую. Отстань от меня. Ай. Вот, поэтому мне не заходят такие игры. Вот, например, там тот же Apex, да? Все задротят в него, как, я не знаю, умалишённые. Мне вообще не нравится такой геймплей. Не нравится. Да, я слишком стар для такой динамики, наверное, уже. Мне нравится, вот, сквад. Рядом обнаружено... Ну, в арму я бы играл, но не играю, потому что есть сквад. Всё, всё. У меня одна игра... Чем моя... сквад, если есть арма? Ну, почти, да. Так что вот. Рядом замечена позиция под охраной противника. Единственное, вот сейчас я залип в Division во второй, потому что это такой ненапряжный лута-шутер, в котором реально можно расслабиться. Ну, просто вот бегаешь, стреляешь, лутаешься, бегаешь, стреляешь, лутаешься. Вот. Ну, то есть такая, думать ничего не надо, знаешь. Игра для дегенератов. Процесс прерван. Требуется ручное управление. Таких, как я. Найден ключ доступа. Процесс возобновлен. Это весело. Тоже, кстати говоря, есть динамика своеобразная, но она хотя бы визуально приближена, знаешь, к чему-то реальному. Вот. Реальное оружие. Ну, сеттинг, конечно, далек от реальности. Ну, понятно, что это MMORPG и все дела. Вот. Но в целом визуально мне она нравится больше, потому что здесь все эффекты визуально, они такие достаточно скромные. Срочно требуется медицинская помощь. Требуется ручное управление. Перехвачен радиосигнал врага. Интересно.
Перестрелка круто. Круто сделано, да. Игрушка на выход. Увидим. Мне здесь не хватает только стелса. Был бы стелс, вообще бы. Меня почти прижали. Осталось мне сделать. Надеюсь, он будет правильным. Пикс-пикс телевизор. Музыка без остановки. Бесплатно слушать музыку в фоновом режиме можно только 30 минут. Отлично. Спасибо, Яндекс.Музыка. Замечательное предложение, но, пожалуй, я откажусь. Бать, что? Хотят денег. Яндекс. За ФПС? Хотят денег за HQ и за... нон-стоп. Ну, по-моему, это очевидно. Да, это очевидно, но я не из тех людей, которые... Я вырос, извините, в 90-х. Там у нас были эти... Как они назывались? Пищенные кассеты. Ну, это тоже, да. Там у нас эти были, как они назывались? Рядом за ФТП сервера. Этот ослик был. Едонки, по-моему. Типа рыбалки всякие там. И такое. Так что нет, не надо. Пиратство, торрент, мое все. А вроде этот хотел к нам в Россию прийти. Как это называется? Сейчас главное не в том, что выживет. Не там. Spotify. Союзная контрольная точка. Он все еще хочет, да. Вроде уже как... Вроде... А он вообще халявный? Нет, там подписка тоже, но там... Ну там, блин, все есть. Круто. Ну да, кстати, иногда, когда ищу звуки какие-либо, меня частенько выкидывает на их сайт. Предмет представляет интерес. Вроде видел я новость, что вот прям типа или осенью вот это уже хотят запуститься они в России, но сейчас их пока нет. Там хоть и предлагается триал на месяц, но пока не поддерживается. Блин, лучше бы я не стрелял, реально, не кидал эту гранату. Иди сюда! Вообще, useless. Да, обычные гранаты поставить, потому что световые, ну реально useless. Они вроде бы как увеличивают урон от снайперских винтовок по ослепленным противникам. Но суть в том, что когда ты подходишь к позиции, где чуваки просто спокойно стоят, ты можешь хедшотов наотвешивать, и все, замечательно. А когда ты их ослепил, они такие все корчатся, короче, и ты хер попадешь ему в башку, пока он там со своей анимацией этой. Поэтому все-таки слепоуха говно. Замечены союзные бойцы. А ну как бы можно было это... увидеть, когда снайпер против тебя пытается ее применить. Когда она работает. Ну да. Обнаружен вражеский блокпост. Чё? Блин, нахер отсюда!
Я разберусь! Точно! Тяжело бронированный противник. Ух ты, ё-моё, ну вас нафиг. Поставлю-ка я турель. Просто с турелью и дроном настолько легко играть, что я большую часть времени играю без них. Вызываю только в критические моменты. Разломаю! Ну что? Это совсем-совсем больно. Погоди, перезаряжу! Не сы я с тобой! Думал, мы беспомощны! Уничтожу! Вот, а Сереге понравился Breakpoint. Он даже не включал. Даже не знаю, что там такое. Мне он показался пластмассовым. Рядом находятся союзные бойцы. Своеобразный графон. Но понятное дело, что графика там очень сильно оптимизирована для вижу дополнительные открытого мира. Цели. Вот. Как ты красиво сказал, что графон там говно. Да, да. Ну. Погоди, это ту штуку, которую ты включал, где там тоже третьего лица и. Да, там есть вид от третьего, вид от первого, когда целишься. Блин, можно летать. Такая хрень вообще. Летать на вертолетах можно. Не до дивизии какая. Ну там многое взято от дивизии. Ну все-таки одна студия делает, как бы понятно. Одной сука меньше! Метка! Тяжело бронированный противник. Рядом замечена позиция под охраной противника. Замечены союзные бойцы. Я на прицеле у дрона. Работаю по цели. Ух ты, что с ним? Сумку попасть. С первого раза, конечно, но. Желание было исполнено. Ну, почему у меня дождь? Я тут. Вот почему. Марк, а ты, короче, сейчас, ну, в основном в этот самый, в Destiny рубишься, да? Нет, мне ее качать некуда. А во что? Не во что, в работу, но сейчас в данный момент Ведьмак. В данный момент во что? Ведьмак. А, Ведьмак? Блин, слушай, Ведьмак, у меня до сих пор установлен Ведьмак на компе. Я... Третий, наверное, раз осилил основной сюжет, дошел до дополнений и все. То есть, ну, мне ровно хватает вот... Короче, просто он успевает надоесть к тому времени, как я основной сюжет прохожу. Рядом позиции под охраной противника. Находятся союзные бойцы. Причем желательно иметь. Рядом вражеский блокпост. Я думаю, надо взяться, да пройти, короче, его. Но, блин. Я вот сейчас зайду туда, и мне даже тупо вот надо будет вспоминать управление, привыкать к геймплею. Пец. Ты, кстати, электрогитаришь что-то с соединением. А?
Вот, теперь нормально. Блин, куча стволов, не хочу сейчас чистить. Мне так лень ковыряться в сумке. Так, ну что у нас? Где наша основная задача? Нафармить шматья? И что-то мне как-то это не особо получается. Так, заблочили поселение. Рядом замечена позиция под охраной противника. Замечены союзные бойцы. Рядом союзная контрольная точка. Ведьмака нужно играть так, как я. Вот. Получен. А ты как играешь? Самый первый квест, ну, этот пролог, типа. Я уже куда-то упорол. Квест пошел далеко нахер. Мне тут нужно за кем-то следовать, это кто-то там в километре от меня. Я тебя закопаю. Блин, как-то они выбежали не с той стороны. Ну, правда, я это дело уже знаю, что будет. Взлом системы 25%. О. Обнаружен ключ доступа. О, на меня ими глушилку поставили. Обнаружена союзная колонна снабжения. Пен. Фиште. Союзная контрольная точка. Система взломана на 50%. Неудача при взломе системы. Сейчас вернусь. Буду сразу два, что ли, события происходят одновременно. Блин, иногда в девишке пересекаются два события. Начинается какой-то ад. Ну сейчас вроде все обошлось. Так, ребятки бегут. Не попал я. По сумке. Взлом системы 75%. Время у меня привычка, дурацкая привычка стрелять на опережение, но в девишке это не работает. Здесь совершенно иная баллистика, ну то есть ее нет. Рядом обнаружена контрольная точка союзников. Там дрочилова и баллистика. Ну да. И баллистика там. Да. Это опять сквад тебя испортил. Да, да. А, то есть вот я настолько забил на чувака квестово, что он уже вместо того, чтобы мне за ним следовать, за мной следует. Айс. Ох, здрасте. Подойдем поближе. Пленных не брать. Уйди с дороги. Yeah, bitch. Готово. О, СРС новая. Союзная контрольная точка. Почитаем, сейчас посмотрим. Рядом находятся союзные бойцы. Так,
контрольная точка, на которую мы бежали, ее-то уже давным-давно союзники забрали. Потом нам надо куда-то в другое место идти. Грязную работу у тебя не надо. Да, я остался без склада. Хотя вот мне интересно, если я сейчас туда приду, мне разрешат на склад зайти? Конечно. Пойду, дойду. Я так понял, что там склад обновляется каждое какое-то время. То есть ты можешь, по сути, между складами бегать постоянно. И там будет все время новый лут. Mm-hmm. Уже захваченный. Ах, полицейский М4, как я обожаю эту союзная контрольная пушку. Точка. Она такая классная. Она когда выпадает на твой уровень, она просто топовая. Рядом есть еда. Не знаю, зачем я побежал пешком. Блин, мне вот просто иногда нравится бродить по этому городу и разглядывать. Если такая детализация охренительная. Запасы у нас на исходе. Ну и где ваш склад? Не похоже на склад. Не, нифига. Топаем. А, ну. Подожди. Где вот этот контрольный обман? Какое место? Пойдем туда с вами еще. Короче. Там должно какое-то время пройти. О, да, по-моему, здесь была война, где меня завалили. Ух ты, как строчит. Ауч. Окей. Где же у вас склад? Ром. Ну да. Здесь открыт склад, типа... Не открыт. Открыт, открыт. Что, гиена, больно тебе? Придется перезарядить. Вот так вот. Спорвали. Да, мы команда. Мы команда. Так, надо посмотреть. Что за шмотки у нас тут поупадали?
Так, начнем, наверное, с оружия. Нам упала новая снайперка. Хотя я так привык к СВДшке, она скорострельная. А хедшоты все равно делают, если попадаешь в голову. У нее как бы урон меньше гораздо, чем у других снайперок. Так, нам упала СРС. Ну что-то она какая-то не очень. 59 тысяч урона. В том, что у меня есть охотничий М44, у которого 82 тысячи. Очевидно. СРС это говно. Забавная снайперка, доработанная М44 у меня есть. После разрушения вашей брони урон от выстрела в голову увеличивается на 50%. То есть они надеются, что я буду подставлять свою жопу, чтобы не разрушили всю броню. Только после этого начну стрелять из снайперки. Что, блин? Как это будет работать? Милишникам вплотную. Да, да, это вообще бред. Так, ну в общем из снайперок тут особо выбора нет. Разломать, разломать. Окей. Что у нас есть из автоматического оружия? Сейчас я юзаю АКМ. Перекалиброванный. Так, полицейский М4 нам свалился, но у него поменьше урон. Побольше скорострельность, а чё из талантов? Хороший талант, оптимизм. За каждый недостающий 10% боеприпасов в магазине агента, его урон от оружия увеличится на 3%. Вот. Соответственно, на эту пушку можно поставить расширенный магаз, и урон разогнать под конец магазина будет вполне... Ну даже если это, допустим, магазин на 40 патрон, то есть в 4 раза получается. То есть 12% последних 10 патронов будет увеличен урон. Так, ну такое себе. Аук. После убийства противника критическим попаданием урон от таких попаданий увеличится на 30% сроком на 5 секунд. Классная штука, если учитывать, что у нас как раз персонаж полностью прокачан на криты. Можно попробовать поюзать, кстати. Так. Есть. Процентов урона элитным противникам. Вообще вот эти вот прибамбасы на 5%, мне кажется, не очень хорошим вариантом. Лучше поставить что-нибудь на 10% есть стабильности либо оптимальной дальности. Припомнишь это, когда тебя желтый будет в углу зажимать. Ну 5%, мне кажется, это так мало. Ладно, говорил, давай поставь. Так, урон элитным. Так, здесь можно разогнать шанс крита, так как это автоматическая винтовка. Здесь базовая характеристика это урон здоровью. Так, с прицелами надо подумать. Здесь либо дальность крит попаданий. Ну, наверное, да. Стабильность очень хорошо разгоняется магазинами. Прям 20% стабильности можно воткнуться на газы.
Так. Поставлю урон от крита. Так, побегаем немножко с этой пушкой. Покалаш как-то доел. Что у нас еще тут? Есть улучшенный ПП, 400 балл. Но я не использую ПП. Дробовик на 97 кого. Да, наверное, было бы там больше сотки. У меня сейчас 150. Да, это... Нет, какая цифра. М16А2. Так, а что здесь? Ослепленные противники получают на 20% больше урона от оружия. Ну, вот такой вариант. Слеповухами, может быть, прокатил бы. Да, короче, ну, херня, мне кажется, разбирать знает. Пока, наверное, не буду. Можно таланты поперекидывать с этих левых пушек куда-нибудь. Ну, единственное, да, что ты всего один раз за бой можешь кинуть эту слепоуху в начале боя, потому что все остальное время противники рассредоточены по укрытиям. Типа, если ты ослепишь кого-то, то максимум одного-двух человек. Ну, такое. Так, разбираем. Уже хочется что-нибудь одеть, да пойти закрыть эту миссию. 356 баллов, а нам нужно 372, по-моему. Очень много. Так, можно спинить рюкзачок. А, и сразу потерять талант. Угу. Плохо. Я тоже из-за этого перчатки боюсь там какие-то снимать тейски. Сразу крыты на 7% уменьшится от дробаша. Короче, мне придется все равно еще бегать, фармить шмотки. Вот, блин, мне интересно, я сейчас колени одену. Колени. А, ну здесь тоже талант как медным тазом. Печально. Печально. Ладно, побегаем еще по контрольным точкам, так и быть. Такс. А еще у нас тут спецтехнологии куча. Валяет. По одной пофармить эти. Налоги пойдут погоню. Рядом союзная контрольная точка. Смотри! Скорей, беги! Вот черт!
понял, я же ему сломал, по-моему, рюкзак. Что он дальше стрелял? Агент запрашивает помощь. Подбирайся в тихую! Выбирайся оттуда! Ничего не вижу! Пустой! Перезаряжаю! Могу прикрыть! Здесь никого не видать! Вышел из укрытия! Открыть огонь! Я знала, мы справимся! Нужно вернуться домой! Так, ребят, тут разборка, Питерс. Эй, блин, ну вот, то, что ненавижу, они начинают дергаться. Пойдешь. Эй, собачка, я хочу, чтобы ты в меня стрелял. Фу, плохой песик, плохой. Ух, очередной дробаш. Получилось! Не верю, что это дерьмо взаправ. Переводчик Вина Дизеля. По-моему. Чего? Ну, сейчас, который в игре озвучивал телефонный разговор. Знаешь, типа, в кино у каждого знаменитого актера есть в русском прокате свой переводчик, который всегда озвучивает того или иного актера. Рядом питьевая вода. Ну, не всегда. Ну да. Не всегда, если какие-то обстоятельства прям из ряда вон. Вот, а так, если прислушаться, то у всех актеров в разных фильмах одни и те же переводчики. Ну, естественно, я говорю про официальный дубляж, а не какие-нибудь там левые студии. Нам нужно верить в себя, и мы совсем справимся. Интересно, я заберусь по этой тачке. Так, два контейнера залутали, у нас тут локация, прям очень много контейнеров. Обнаружена питьевая вода. Мало играю.
столько тачек, блин, хочется сесть в какую-нибудь, погонять. Это, кстати, тоже бред. Должны же остаться тачки на ходу. Ну, прям бред же. Ну, конечно, бред, блин, если вертолеты здесь летают с бивнями. А тачек, типа, нет, ну... Это бред. Hello, motherfucker. Ух ты, он мне скажет, hello, motherfucker. А если плечка пойдет, а то ебать будет. Меня нахер. Ну а как ты пожалеешь? Рядом питьевая вода. И вообще, где все гражданские? Там гражданские должно быть больше города. Ой. Черепашка. Мне казалось, это крыса. Она еще в воздухе так висела по-дурацки. А, увидел. Ее заглючило. Ну, переворачивайся уже, ну. О, кайф. Так. Так. Агент выгуливает черепаху. У него вышла черепаха. Класс. Рядом замечена позиция под охраной противника. Выдвигаем. Принято. Нашего убили. Дистанция огня. Километр. Вот у меня спринчивость, да? Как? Вижу дополнительные вражеские цели. Я им займусь. Фига себе, такие наглые, простреливают меня. Полхаками играть. Надо перезарядить. По стене. Убийца! Дрон, как тебе Ауг? О, кого? Ауг, как тебе? Ауг? Ну, неплохо, достаточно скорострельно. Я думаю, что на него нужно ставить магазин больше емкости, потому что, ну, он... Хотя, не, нормально. Наверное, я часто перезаряжаю. Да-да-да, нормально, нормально. Ой, что-то я какой-то пролаг словил. Да, АУК неплох. Неплох. Мне еще очень нравится карабин 7. Тоже очень комфортный. Что у него здесь? Рейнджер урон от оружия увеличивается на 2% за каждые 5 метров расстояния до цели. Он в плане дистанции классный. По дистанции с ним воевать. То есть, если бы я бегал вместе с тобой, я бы бегал с ним.
небольшую погулять могу. Так, а там еще есть. Ух ты! Видно кусок говна. Да, он хуже, чем у меня. Хотя у меня стоит намордник с талантом, который не активен. А здесь рывок убыстрения плюс 20%. А ну-ка, попробуем. Брони поменьше. Рывки должны быть быстрее. Так, что-то не ощущается как-то разница. Якобы мы либо стартует, либо именно бежит быстрее. Ну, мне ни то, ни другое не кажется. Работает. Может быть, 20% просто слишком много. Заметить. Так что вернем обратно. Броня все-таки важнее. Да и класс здесь побольше. Ну, почему? Ну, не могу. Потому что в бою. Не успела, не успела. Не, аук неплох. Если посмотреть на статистику критов. У меня пусто! Держите меня, семеро! Достаточно часто критуют. Вас повысили до лидера группы. Что, подключился, что ли? Группу убил новый агент. Не выдержал. Я немножко поработал сейчас. С тобой немножко побегу, еще поработал. Понятно, все с тобой, понятно. Ну давай, ладно, с тобой побегаем. Я вот что-то уже мне начала посещать мысль, что я голоден. Надо бы пойти что-нибудь поганить. Ух. О, здрасте. Здорово. Так, сейчас, подожди, нужно здороваться по-братски. О, Таро. Все, честь имею. Погнали. Да-да, респект, братан. Респектосы. Сейчас надо привыкнуть теперь. Ну, в общем, я тупо сейчас херней занимаюсь, я бегаю эти контейнеры собираю. Давай тогда по этим. Да пофиг, чувак. По контрольным точкам тогда. За лутом. А 130 у меня армейский. Так, единственное, что я все-таки почти дошел. Давай сейчас я закрою этот контейнер. Может, он у тебя тоже тут есть. CQB. Рамки не сработали. Так, водичку собираем, водичку.
Где же это лежит? Спрятали куда-то, спрятали. Ой, ну хрен знает, где она. Здесь надо. Найдено мобильное устройство. У меня здесь контейнер. Животное забежало. Прячется этот идиот. И как же на их попал? Здесь контейнер с оружием и контейнер с спецом. Оба. Лол. Случайно заметил, прикинь. Так, окей, а как до туда добраться теперь? Ух ты. Прикинь, я... Вот, выйди сюда. Да, вот, я видел на этом. Видишь, висит на видео. На видео видел. Короче, надо как-то туда добраться теперь. А, стоп, отсюда же, из этой же комнатушки лестница. Лол. Блин, а тут хороший шмот, наверное. Ну, конечно. Ну, здесь зато есть... окраска для пушки. Однотонный алый. У меня, по-моему, такое уже было. Ух ты! Пистолет, пулемет модифицированный. Чего? Да не дивен. А как узнать, сколько у тебя ключей? Наверное, есть. Я поднял какую-то фигню непонятную, интересную. Модификации что-то. Когда я выздоровела, то очень быстро осознала, как же все вокруг дерьмово. И насколько плевать охранникам. А, тут, слушай, тут, оказывается, комбинации можно делать. Это вот, значит, что такое комбинация. Что за комбинация? Ну-ка, поподробнее. Ну, короче, я так понимаю, слепок как бы твоих шмоток, которые на тебе сейчас... И чтобы тебе не искать каждый раз, ты просто как бы биндишь этот пак. Серьезно, есть такая функция? Да. Зайди на I и на H. Нажми комбинацию. Офигеть, блин. Вот что значит не ознакомиться с интерфейсом. Просто в TSO, например, для подобных штук нужно скачивать аддоны, понимаешь? Там типа люди сдают... для удобства. Разработчики даже не постарались такого придумать, а здесь все так сделано удобно. Круто. Ну, я думаю, сейчас смысла нет, наверное. Потому что эти шмотки устареют. Что за комбинация, блин? А вот это оно и есть. Что здорово. Так, кстати, там этот, ты говорил, дробаш есть? Покажи, какой еще у тебя, может. Ну, дробаш, крутой. Если есть, то я вряд ли смогу тебе передать. Сейчас мне выпал сакс 53к урона, вряд ли он тебе понравится. Не-не, который вот 100 там что-то. А все остальное я уже либо разобрал, а, ну ладно. Потому что я его не смогу тебе передать. Не смог бы передать в любом случае. Поеду сюда вот на вопросик. Сломал пулемет. Вали его. Что упало? Интересно, о чем? У меня ауг. У нас гости! Вот
Не снайпер попал, но в принципе неплохой вариант. Ух, ни хрена себе. Чувак, у нас гости с воздуха. Атака с воздуха. Опять без звука. Заглючил звук. Почему я не слышу, что она летает? Она меня сейчас завалит нахрен. Это так нечестно. Без сознания. Получится резнуть. Ай, бля. Она без звука подобралась ко мне незаметно. Я слышу только, как она стреляет, и все. А как она летает, я не слышу. Она мне не даст тебя поднять. Так, нам нужно найти укрытие под крышей где-нибудь. Либо. Ауч! Срочно требуется медицинская помощь. Сдох. Так, пускаю сейчас свои турели, сейчас все поставим, сейчас все будет. Начинаю работать по ней. Блять! Агент ранен. Ко мне сзади подошли. Ауч, блин, больно. Можешь поднять? А, да, сейчас я просто не слышал. Только очку. Состояние критическое. Да ладно. Агент выбыл из строя. А, понятно, здесь мудаки пришли. Короче, я тоже на отдыхе. Агент убит. Блин, ну если бы это было ожидаемо, может быть бы все получилось. Теперь я хрен знает где появлюсь. Кайф. А что ты, я бы тебя поднял. Не, а я вытек или что там, я не знаю. Что, все равно можно поднять. Даже когда уже прям завалился, да, на пузо. Да ладно, в натуре. Я думал, время определенное только для рейса. Я тоже сдох. Кайф. Да не, имбовая херня вообще. А с вами когда эти пидорасы рядом бегают? Ну, а тебе вообще против нее сложно как бы за дробаша по ней стрелять, там... Контрольная точка минимум, противника. Если бы кругом этих противников не было, они просто сзади подходят. Под охраной противника. Да, они со всех сторон окружили гадами. Я тебя резал без брони, у меня брони уже не было. И сзади подходит хер. Ну, по-моему, гранату какую-то кинул, не знаю, в общем, я сгорел тупо. В огне. Да, это было потно. Обнаружена еда. Ну и хрен с ними. Так, ладно, окей, здесь у нас как раз рядышком две контрольных точки. Предлагаю начать западную. Рядом вражеская колонна снабжения. Рядом замечена позиция под охраной противника. Я установлю турель! Берегись, тут еще один! Граната! Срочно требуется медицинская помощь. Запускаю дроны. Блин, какие они болезненные. Охренеть, какие болезненные. Че, у меня окраски куда-то делись, мои. Все, меня сейчас два милишника завалят. Сколько их здесь? Агент без сознания.
Кайф. Ева, агент погиб. Рядом есть еда. Так, они издеваются над моим трупом. Нифига вас тут сколько. Тут смешались два события. Там нет никакого отсчета. Нет. У меня режим зрителя, я на тебя смотрю. Вон, это хилер у них тоже тут сейчас поотресает народ. Дайте гнида! Бля, пидорасы. Больно. Нет, дайте мне. Гранату им прям. Машинка к тебе едет. А, блядь. Наверх. Суки. О. Замочил штук 30 уже, наверное. Ну они все прут и прут. Охренеть. Я говорю, здесь два события смешались. Они, представляешь, они с двух событий прут и прут. Тебе это понравилось. Переберусь. Тебе не жить. Смотри, тут просто сколько турпешников. Тут все завалено. Машинка. Это было больно. Последний у нас остался. Блин, если даже с такого состояния можно резнуть, для чего тогда вот эти вот... Обнаружена вражеская контрольная точка. Штуки, когда ты там ползаешь, корячишься, раны там зажимаешь. Не понял, значит, юмора. Вижу дополнительные вражеские цели. Приближается противник. Так, тут еще, ну, типа, еще приближается. Вот видишь, в чем прикол? В том, что я, например, мне пришлось их всех херачить, чтобы тебя поднять. Угу. А так ты мог ко мне ползти куда-нибудь, ползти. Так, масочка, 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 масочка. О, а, нет, ну. Не. Ни за что не поменяю.
Сказали нам, противник приближается. Где? Кого? По-моему, ты уже столько народу поперевалил, что больше никто не придет. Да не знаю, человек 40, наверное, замочил. Кстати, они с такого расстояния не дамажатся. Вот те типы, которые на контрольной точке стоят. Я вот по ним стреляю издалека и... Тебе надо просто это поставить. Так, ну я готов воевать, если что. Так, я тоже снайпер. Хотя, погоди, сейчас давай я подойду поближе, поставлю турель, потом отойду, возьму снайпер. Подойду поближе. Так, турель поставим куда-нибудь. Их, блин, дотягиваюсь. О, туда. Блин, хреново поставил. Ладно. Перстни. Я готов. Давай. Бля, я тоже в него метил, сука. Так, немножко фейерверков. Ух, попал в бошку, ничего себе. Там медик у него, блядь. Я тут фиолетовый наставил турелей. Так, все, его турель на нашей стороне, по идее, теперь. Да, на таком расстоянии они, конечно, вообще без зубы. Во-во-во, полегче. Полегче. Срочно требуется милиция. На, он меня сбрил. Ну, почти сбрил. Я его не вижу. Тяжело бронированный противник. Да, пристрелялся все-таки за дом. Там щелчик. Смотри, щит стоит. Ага, щелка, да? Да, мне часто. Щит стоит от него. Да-да, у меня тоже часто бывало такое, когда щит остается в таком положении. Блин, он желтый. Я сейчас не задам, может. А, ну, нормально. Какой тебе пулемет? Вон. Кстати говоря, мы не вызвали еще. Подкрепление в пути. Давай за пулемет. Давай. Вижу дополнительные вражеские цели. А я буду здесь терпеть. Перегрев. Какая лошадка красивая. Это тип Узика. Что чина изичка? Что, все что ли? Закончен? Я-то думал. Открыт доступ на склад. Так, а возможно еще за лут. Здравствуйте. Какашки, какашки. Одни какашки. Класс. Ну, типа игра такая. Ах, вам было легко? Ну тогда получайте. Чё, место обмажьтесь нет. Этим говном. Блядь, места нет. Как это так? Икс.
Поставил метку на следующую контрольную точку. Так, большой, мне надо почистить немножко. Обнаружена еда. Так. Пушек много, гаем, которые мне нужны. Так, я нашел кейс с оружием. Дробовик 98 и 6к урона. Расстрелялось 83. Магазин на 5 патронов. Рядом есть еда. А, погоди, чувак. Почему-то очень быстро передавать ресы. Иду к тебе, где ты там нашел что? Ну, двигайся ко мне, я тебе покажу. Должна сказать, такая жизнь хорошо держит в форме. Я так рада тебя видеть. У меня пусто. Пусто? Угу. Ну ладно, вот тебе тогда дробашек. Обнаружена еда. Да, у меня некоторые краски забрали почему-то. Сучки. Да, у меня тоже что-то забрали. Все, погнали. Ну, видимо, то, что было выформлено вот с этих подземелий фиолетовых. Я готов. Пауха? Я тоже. Хорош. Тебе это понравится. Гребаный си! А, надо, кстати, газ поставить. Надо поменять немножко сетап под геймплей двоих. Тяжело бронированный противник. Долго он перезаряжает, пиздец. Это дробаш. Даже не знаю, аук здесь бы справился лучше. Подкрепление на подходе. Я вижу, ты там! Ну все! Да, я сюда. Надо подлатать бронежилет! Кто ты? Эй, ты! Ну конечно! Действуем, как учили.
Да, я готов. Действовать. Приближается противник. Противник. Откуда он там? Чё такое дерзкое? Чё, меня дробашит прям, ваншотит жестко. Открыт доступ на склад. СР1. 59,2к. Ну нет. Нет. Такс. Так, шмотки никакие не падают хорошие. Я одни пули мне опять. Полошусь. Так. Ну и чё? Поблизости нет больше контрольных. Поселение у нас опять заблочили, можно попробовать забрать обратно. Убивни, отнять, так сказать. Так, а склад... Блин, я ж не залутал склад здесь, ё-моё. Вот так. Разумеется. Есть чё-то? Я не знаю, мне очень давно такой. У нас пока всего достаточно. Спасибо за помощь. Ты как медленно передает. Дерешься. Титар 21. В один какой-то прекрасный момент это была одна из моих любимых пушек. Ну-ка, сейчас глянем, каково сейчас. Так, талант. Повышает стабильность и рожит 35% цену уменьшение дальности критических попаданий на 20%. И оптимальной дальности на 20%. Ну не. Ну не. Ну нафиг такой талант вообще нужен? Это же говно. Мысли, криты. Уменьшить дальность критов. И оптимальную дальность. То есть это чисто ппшка. Получается из нее. Но при этом увеличивается стабильность. Сомнительная хрень. Обнаружена еда. Так-то можно погнать рукоятками. Так ведь? Uh-huh. Единственное, чем она мне нравилась, когда я с ней играл, у нее очень классная скорострельность. Она просто как шкуру повёрнут. Так, а если я этот талант компенсирую, например, вот этой штукой, то есть в ноль, просто уведу в ноль, правильно? Так. Но оптимальная дальность у нас в любом случае уменьшится, и что я с этим сделаю?
на 10% смогу увеличить с помощью фламигаса. Чего дерешься? Давайте поставим, попробуем побегать. Мне сейчас просто глянуть хочется. Рядом есть еда. Что за чудо техник? Да. Shit. Дождик пошел. Там на вопросик разблочим это вселение. Да, очень кайфовая у нее скорострельность. Выявлено серьезное ранение. Чего? А что случилось со мной? Агент выбыл из строя. А что со мной случилось? Я вроде как... Там прилетела граната. Но я типа увернулся от нее. Что это было? Вроде никто в меня не стрелял. Что? Я не знаю. Это было смешно. Я просто шел, споткнулся. Армейский М870. Ресурсы рядом. Обнаружена еда. Блять, ничего не вижу. Все, туман, короче, дождь, все дела. Так, нам вот туда, по навигатору. Гражданские в опасности. Просто в лоб будем. Этим кого-нибудь. Дальше нос своего ничего не видно. Колонна снабжения. Зато очень хорошо видно эти. Такие рюкзачки. Ну, хлам, короче. Ну, у тебя радар тоже есть. А, в натуре. Так. Ну, ты так себя легко находишь. Слушай, их так много, туда прям гранатку бы. Бай. У них там пёсики есть, Boston Dynamics. Давай. Оп. А, погоди, блин. Я уже бросил. Я дрын достану, всё, давай. Открыть доступ на склад. Блядь. Ой, пёсик на меня смотрит. Да, у меня пол брони. Ай-ай, больно, не хочу умирать. Пипец. Обнаружены ресурсы. А что с погодой стало? Почему она сразу улучшилась? Позиции под охраной противника. Гражданские ультра. Просто резко. Как же это здорово. Нам всегда придется здесь. Красивенько так. День за днем. Надо с ними побазарить. Сюда, живо! А, это еще не все. Ну, короче, как я и говорил, эта пушка, она очень неплоха. Средняя и ближняя дистанция. У нее классная скорострельность. Слушай, вот они фигашат. Доступ на склад. Больно. Склад есть что? Что? Они приближаются! Выбирайся оттуда! Ресурсы рядом. Упс. Нормальные лаги. Рядом замечена о, позиция. Господи, получилось! Они могут заявиться в любой момент. А что, наш собачек? Так я говорю, лаги забавно. Взяла, появилась псинка. Круто. Чё, серая шмотка? А, это... Понял. У них здесь вот слабое место есть, и можно пушку вывести из строя, но туда очень сложно попасть. Ну, обычно. Да, она живая бегает. Так. И чё, она... Мне, знаешь, что сказал этот Исаак? Что где-то доступ на склад открыт.
Я так и не понял, где. Мы там были. Короче, мы почти пойдем пришли. На это. Ну что, нам свеженькое дали, пойдем. Миссию. Давай по фасту вот эту закроем и на миссию успеем, там минут 15, наверное. Ну пойдем. Тут просто, ну мы вот уже пришли, ну, как та, бы. Та-то она вообще никуда не денется, а тут через 15 минут. Откуда ты знаешь, как там у нас дела? Сюда она летит, вот прям через дрон. Блин, я уже начал. Ну давай, короче, сейчас я надо быстро закрою. Чё закрою? Блокада вот эта. Она быстро закрывается. По идее. Ну, обычно быстро. Пройду вон туда. Начинаю взлом системы. Попробуем поюзать. Мне очень пока комфортным кажется карабин 7 его талантом на увеличение дамага в зависимости от расстояния до цели. Система взломана на 20. Он очень стабильный и точный. Снайперский такой вариант. Бля, я вообще никого не успел отбивать. Прикинь, если я еще можно дрон сделаю. 50%. Ну. Это имбовая штука. Хилищий дрон какой-то здесь летает еще. Резает трупы. Система взломана на 75%. Да. Я смотрю на эту разборку, забавно. Система была взломана. Так, остался вертолет. И можно валить на миссию. Поев. Прям четко сделал. Все, я же говорю быстро. Погнали. Куда там? Угу. Рядом замечена позиция под охраной противника. У них сейчас какой уровень? Четвертый? Сейчас пока еще третий. А-а-а. Что-то вообще не ложки какие-то. Открыт доступ на склад. Вот. У меня опять Исаак говорит, открыт доступ на склад. Да какой, блин, склад? Где здесь КТ? Нахрен знает где. Пиу-пиу. Ну, здорово. Не сопротивляйся. Беру врага в прицел.
Бою! Здесь противник! Так, зашли по тактике. Руки на стол, ФСБ. СФБ. СФБейс. Дорожный мокрый пол. Во, кого? Разборка-то будет, не? А, будет, пришли, ребятки. Твоя цель здесь. Повезло. Уничтожен противника. Нам надо спуститься. Гасимся. Я сам не понимаю, но там снаружи что? Где-то снаружи, да, замес идет. Там, откуда мы пришли. А, нет. Мне показалось, что мы отсюда. Ну, мой топографический кретинизм, в принципе. Осторожно! Пошла, Эми! Отлично. Эх, хорошего дадут. По одному уроду за раз. Молоток, шериф. Гарантийная система сопротивления. Защитный наколенники. Спас 12 тебе упал, да? Угу. Хороший. Не, а вообще говно. Ясно, понятно. После их убийств выстрелен в корпус. Совершенных подряд магазин оружия заполняется, а урон от оружия увеличится на 50%. Ну талант такой себе. Это прям в кучу, короче, улетаешь. Ланшот. Как нам по-быстрому отсюда выйти? Там летучая эта хрень. Если мы ее успеем догнать, завалить. Ой, я еще не смогу, у меня одни дробаши. Ну у тебя же второе оружие стоит, винтовка или нет? Там снайпер, у меня винтовки нет нормально. Просто с нее могут хорошие шмотки упасть. Надо как-то осилить попробовать. Тут шмотки пропустил. А, мы опять в музее. Фёльная там все валяется. Тут тупик. Блин. Корбно. Ай, блин, как светло. Так, она на следующем перекрестке. Открыт доступ на склад. Я ее отсюда не вижу.
ее как-то сагрить. Рядом обнаружена контрольная точка. Она сагрилась. Появилась и исчезла. What the fuck? Слушай, здесь не хватает, знаешь, чего? Эпичности типа Война миров, когда эти по городу ходили. Их ноги. Три ноги. Да. Это же халфа какая-то. О, да. А, вот о каком складе шла речь. Да ладно. Я туда не дошел. Точно. Так, дробаш, я думаю, тебе будет неинтересен. Я ее сорвал. Блин, далеко она уже улетела, да? Не-не, она на мне. Обнаружены ресурсы. Так, если что, прятаться можем вот здесь, на мне. Рядом позиция. Обращайся лучше ко мне поближе. Типа подвальчик. Обстреливает угол. Все летит к нам. О-о-о, как страшно. Блин, что-то она какая-то лошовская в этот раз. Так просто никого нет рядом. Вот если бы были там пидорас, как бы. Обнаружена союзная колонна снабжения. Ауч. Это было больно. Рядом замечена позиция под охраной противника. Какой у меня движок там не разбит. И смотрим. Ну, блин. Одна херня. Херня. Тебе что-то имбовое упало? Нет. Слушай, как дробаш стреляет. Это, блин, пулемет, а не дробаш. Вот мои спас? Стрибай. Нет, не спас. Вообще, блин. ACS. Mm-hmm. Круто. Я тут это... После вчерашнего просмотра фильма подумал, что этому не хватает. На-на-на-на-на. Складу не хватает АГСа и 40-миллиметровых этих мрапов. Mm-hmm. Прикольная была штука. Да там многого чего не хватает, так-то можно было бы добавить. Разнообразить геймплей. Но все это требует, конечно, времени. Так, ну давайте что отдельно. Так, кобура. Хорошо. Фактически 90, 54 до урона. Я думаю, что тебе не понравится. А вот кобура нравится мне, я думаю. Блин, шанс крита я уменьшу сейчас, поменяв кобуру. Печально. Не хотелось бы. Хотелось бы так поступать.
будет увеличена сила навыка. Ну, давайте попробуем. Не хватает еще одного оружия. Главного. Можно было бы 3 пушки. Было бы идеально. Потому что постоянно приходится переключаться. Типа ближняя, дальняя, средняя дистанция. Угу. 3 оружия. Урон, правда, стрёмный. Урон всего лишь 40 тысяч. Рядом есть еда. Ну, зато стреляет быстро. И, возможно, дальность больше, да? Ну, не. Чё, пойдём? Да, пойдём, я вот думаю, куда сходить. Контрольные точки что-то далековато, можно... Вместится в Восточный Молл. Там есть целых 4 контрольных точки, между которыми можно тупо бегать и фармить. Вот, есть возможность быстро переместиться. Чувак, я сейчас доделаю прям модельку. 2 модельки еще мне надо сделать батарейка. Отправлю всю эту херню. Ты вышел или нет? Нет еще. А, ну окей, я тогда тоже оффу стрим, пойду покушать. Давай, давай.